гастропрогнозах вам расскажет Небесная канцелярия. 13 апреля, по данным Гисметео, в Северодвинске ночью ожидается 2 градуса тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 9. Малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 764 миллиметра ртутного столба. По словам астрологов, суббота выдастся беспокойной. Нестабильность эмоционального фона заставит остро реагировать на любые пустяки. Нежелательно решать финансовые вопросы. Я с вами прощаюсь. Взаимопонимание и хорошего выходного дня.